Найди отступников Михаила, Николая, Александра и Юлию. Благослови и умягчи сердце Максима. Аллилуйя. И от пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра и Игоря. И найди все наше родство и отростки их. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Путешествующих Раису, Льва, Виктора, Игоря. Господи, даруй силы перенести страдания болящим. И пошли им исцеление. Валерия, Иларионы, Кирилла, Игоря, Алексея, Валентину, Валентину, Анну, Анатолию, Татьяну, Татьяну, Надежду, Марию, Александру, Неонилу, Неонилу. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. Ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу. Слава Тебе! Господи, сохрани наше сокровище в интернете и воздай добром тем, кто разрешает нам там быть. Благослови трудящихся и книги сохрани здесь и в пути. Благослови Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, семейство, содружество его, Валентина, Артура. И нас помилуй, милости Твоя ради, обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Аллилуйя! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Боже мой, за день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя! Упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братья наших, родителей, сродников, благодетелей, всех православных христиан, ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы, и просим всякое согрешение, вольное и невольное, и душам нашим полезное сотвори. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими, воздай добром всем помогавшим нам в путешествии и миссии Виктора, Николая, Валентину, Дмитрию, Людмилу, Надежду, Сергея. И посеянное, по милости Твоей, сохрани и возрасти. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешням, добрый мой ангел, благодарю Тебя. Сколько лет Ты хранил и защищал от видимых и невидимых опасностей, прошу Тебя, не покини в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никому не завидовать, не роптать, и быть во всем экономным, дабы было из чего уделять нуждающимся. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь словесных овец, моли Бога о нас.
все святые, благодарю вас за услышанные молитвы и помощь. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрохи, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Яков, да исполнит Господь церковь свою духом пророческим, дабы день прихода того нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука, Иоанн. Да дарует нам Господь жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский, Устин, философ, Косма и Дамиан, Андрей Стратилат, Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Танкирский, Анфим Никомидийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Анфиму, Вениамину дай веры и устраши родителей за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Макарий Александрийский, Макарий Египетский, Иов Пещерский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский. Молите Бога о нас, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Филарет, Макарий Алтайский и все переводчики Священного Писания. Да дарует нам Господь жажду вникать в Слово Твое и поступать по Нему. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприан и Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоривость Галины, семейства Евгении, Надежды, Светланы, Людмилы и Анны. И прими нашу молитву и воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятно перед престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи Боже наш, прими, услыши молитву всех, молящихся о нас, о благе нашем, и исполни ее. Любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, ради пролитой крови Его за наши грехи, прими нашу молитву, Господи, о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи Боже наш, и помилуй. И душам нашим полезной сотвори, ибо Ты благ и человеколюбец.
Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Доброе утро всем. Доброе утро. Аминь, доброе утро. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь.
Книга «Открытым оком», том 19, вопрос 3319, тема «Церковь». Кто был прав, Никон или царь Алексей Михайлович, когда они разошлись окончательно? И возможно ли было примирение? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Оба были неправы, но правее был, конечно же, Никон. Он боролся в данном и конкретном случае за свободу церкви, которую так и не сумел получить, так как искал уже не свободы церкви, а подчинения царя под свою руку, по образу Папы Римского под свою туфлю. Благоприятнейший момент был упущен навсегда. Если бы они были духовные, они бы могли хотя бы чуточку приподнять занавес будущих событий, увидели бы, что в народе без благовестия нет евангельской веры, и этот глупый и темный народ на, в кавычках, «святой Руси» сбросит и царя, и патриарха Николая, и Тихона. В первые годы советской власти были ликбезы, ликвидаторы безграмотности. Сидели отцы и матери за партами и писали: «Мы не рабы, рабы не мы». А на самом деле все были в невидном рабстве греха и смерти. Второе послание Петра, 2 глава, 19 стих. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Эта фраза о рабах читается иначе. Рабы не мы, мы не рабы. То есть у ненаученного уста закрыты, он нем. Без глухой немой не вышел из него. Евангелие от Марка, 9 глава, 25 стих. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». Православие немо, потому что не научено, и потому рабы. Особенно немотой прославилась православная церковь в России, что и было передано по наследству большевикам, которые драконовскими законами о несвободе засели в устах всех. Все молчали, ибо за одно слово отправляли на тот свет. Примирение было возможно между Никоном и царем так. Никон занялся бы благовестием и к тому бы призвал всех своих служителей и прихожан. А прихожане и есть та сила, которая ковала бы новые, возрожденные от Духа Святого кадры. Да и царь был бы иной, ибо Дух Христов единит и врагов. Только через евангельскую веру возможно примириться. А так как этого не было, они, как два козла на узкой доске над рекой, бодались, пока не рухнули. Представим, что на месте Никона был бы Павел апостол. Ситуация была бы изменена в течение одного дня. А Никон сидел и переигрывал разные вариации, как лучше вернуться к своим привилегиям, как смирить царя. Этим занимались немецкие генералы в плену. Переигрывали проигранные сражения. О Христе, о жертве Иисуса, о пролитой крови Иисуса нет даже слова. Они плотские были оба, чужды духа евангелизации. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 22 стих. Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною».
Послание Филиппийцам, 1 глава, 18, 19 и 20 стихи. Но что до того, как бы ни проповедали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Панмангализм, хоть слово дико, но мне ласкает слух оно, как бы предвестием великой судьбины Божией полно. Когда в растленной Византии остыл божественный алтарь и отреклися от Мессии иерей и князь, народ и царь, тогда он поднял от востока народ безвестный и чужой, и под орудием тяжким рока во прах склонился Рим II. Судьбою павшей Византии мы научиться не хотим, и все твердят льстецы России: мы Третий Рим, мы Третий Рим. Пусть так. Орудий Божией кары запас еще не истощен. Готовит новые удары рой пробудившихся племен. От вод Малайских до Алтая вожди с восточных островов у стен поникшего Китая собрали тьмы своих полков, как саранча неисчислимы и ненасытны, как она, нездешней силою хранимы, идут на север племена. О, Русь, забудь былую славу, орел двухглавый сокрушен, и желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен. Смириться в трепете и страхе, кто мог завет любви забыть, и Третий Рим лежит во прахе, а уж четвертому не быть. 1 октября 1984 год. Соловьев. Ты еще какой? Ты еще какой? 800. 800. Тысяча восемьсот девяносто четвертый год. Соловьев Владимир Сергеевич. 1 октября. Извините, пожалуйста, это, кто это, чьих это уст? Извините, пожалуйста, Соловьев и кто? Поэт какой-то, я не знаю, кто это. Никто не вмешивайтесь ни одного слова, чтобы не было слышно, потому что это отдельный ролик выходит. Отключите свои микрофоны. Разные шорохи слышатся. Сергей, призови к порядку. Ни лица, ничего нету. Кто это? Все, отключили. У нас сейчас не занятия идут, просто я начитываю на... Ну, следи за этим. На плен. Нет фотографии своей. У нас так не принято. Посмотри, у всех есть. Это новенький кто-то? Да, это Ким новенький. Ну вот, надо оповестить его, чтобы не нарушал порядок. Занятия будут вот завтра, вторник, и все вопросы приготовьте, там будете задавать. Среду. Во второй половине занятий. Завтра, среда. В среду завтра будет... 14:00 по Москве. Подсоединяйтесь и будете там задавать вопросы. Хорошо? Хорошо, хорошо. Спасибо вам. Извините, что нарушил. Ну, все вот так вот. Извините. Все, ничего страшного.
Книга «Открытым оком», вопрос 3354, том 19, тема «Церковь». Откуда такое убеждение коммунистов, что с приходом христианства не мир приходил, а распри? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Проще всего сказать: сама такая же дура. Но, по сути дела, они правы в определенной части. Дело в том, что такова установка учения Христа. Где оно появляется, там наступает выбор. Старые устои мирного гниения закончились. Евангелие от Матфея, 10 глава, с 34 по 36 стих. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». И когда апостолов гнали с обвинением их в смутьянстве, это тоже соответствовало истине. Книга Деяний, 17 глава, 6-7 стихи. «Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли сюда. А Иасон принял их, и все они поступают против повеления кесаря, почитая другого царем, Иисуса». Если бы хотели говорить всю правду, то договаривали бы что сокрыто за этим разделением, за подобным возмущением. Жизнь вечная через отделение от своих вчерашних сотрапезников. Но дьявол есть лжец, и по-иному он не может наставлять своих приспешников. Они всегда лгут. Были обновленцы, которые вели богослужение на понятном русском языке. Чего уж лучше и нужнее, но патриархийные, воюя с живоцерковниками, увязывают русский язык с обновленчеством и сквернят саму мысль о необходимости понятного богослужения. В 1813 году возникло и в России библейское общество, и даже вполне вероятно, что там были и масоны, и многие книжники были неправославного духа. Книжки. В рыбном пироге есть и кости. Не книжники, а книжки. И многие книжки были неправославного духа. А в рыбном пироге есть и кости, но не выкидывай же голодный весь пирог собакам, потому что там есть несъедобные кости. В 1824 году императору Александру I архимандрит Фотий давал совет, как предохранить Россию от революции. Библейское общество уничтожить под предлогом, что уже много напечатано Библии, и они теперь не нужны. Вот тогда-то и появилось распоряжение не печатать книг духовного содержания без надлежащей цензуры. Заодно это уже должна была прийти революция, и она подмела всех Фотиев и Макариев с Серафимами. Добились разрешения выловить уже напечатанные книги и уничтожить. Так и делали. И к этому снова приходят. Так что же нужно делать, если есть вредные книги и еретики? Создать встречное движение, выйти на благовестие всем, жить согласно Евангелия. Бог дал свободу, и никто не должен посягать на нее. Что пользы, если и порубишь все головы, как спровадился пророк Илья сотворить с жрецами Ваалами. Но уже чуть ли не через день пришлось самому бежать из страны своей.
Когда была свобода при добрых царях, где же были эти пророки? И почему они были так одиноки? Почему же они не создали тысячи пророческих школ, чтобы все знали Бога и Иегову и Ему одному служили? Сколько бы ни скрипели староверы в своих скитах, но пока они не выйдут к народу с Библией, до тех пор и будут ржаветь в своей озлобленности и в самом настоящем расколе от истины. Нельзя самоутешаться местечковой правдой, и не зная правды вселенской, и не заглядывая в завтра на основании хорошо понятого вчерашнего, когда будем все ревнителями проповеди о Христе, тогда и будет мир у принявших участие Христа, и будет всеобщая война от непринявших благую весть. Псалом 119, 7 стих. «Я мирен, но только заговорю, они к войне». Книга Деяний, 19 глава, 9 стих. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень перед народом, то Он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоего тирана. Послание к римлянам, 11 глава, 7 стих. «Избранные же получили, а прочие ожесточились». Не зная Библии, не раз уже слыхал, есть осуждение принципа «за око – око» и «зуб за зуб», как развести скандал и не томиться многолетним сроком. Потом прочел, откуда это взято, из Моисеева пустынного закона, а для евреев было это свято. Что смерть за смерть всем извергам, подонкам. Закон такой, как помню, осуждали. Но ныне слышим приговоры судей, когда один стервец за пятерых завалит, ему ж 5 лет дадут и на свободе будет. Христов закон иное возгласил, прощение. Милость в чуде покаяния, пусть то змееныши со свастикой, расист, бредоголовый, озверелый янки, но если до Христа не доросли, не переродились полностью в Иисусе, под шариат пускай бы волокли на извергов, дикторов науськать. Тут это ошибка, диктаторов науськать. Диктаторов, да, по смыслу правильно. На извергов диктаторов науськать. По справедливости, как жить, подскажет совесть. Ведь от нее в законе отголоски. Особенно же судьям быть бы солью. Статьею цепкою хватать змею за глотку. Не зная Библии, конвенции трясут, скостить пытаются, от казни отвести. Одна надежда, что есть Божий суд, и то, что на земле, на слепоту вердикт. Не зная Библии, зачем же стал судьей? Не убоишься ли стоящих много выше? И что преступник, возвратясь, убьет. Уже в суде он адской злобой пышет. Неверующих судей не должно и быть. Они повинны все, подсудны без остатка. От рога главного до секретарш копыт. Зарплата гималайская. От дьявола насадка.
20 декабря 2006 год, Игнатий Лапкин. Сергей, извините, пожалуйста, Игнатий Лапкин, вот, хотел бы один вопрос вам задать, если возможно. Мы вам сказали завтра, в среду, насчет другое расписание. Свое имя, фамилию написать, и чтобы своя фотокарточка была. У нас закон такой. В смысле закон? Ну, правило, вы фамилию, имя свое на аватарке пишите. И фотографию вашего, чтобы мы знали, с кем мы общаемся. Вы же нас видите. Нет, нет, знаете, нет. Наши имена, фамилия, а мы вас не знаем. Как мы можем с вами общаться? Ким. Имя ваше? Ким. А фамилия? Ким. Тоже Ким, да? Ким, да. Откуда? Это я вот, о чем я хотел сказать, то есть так вот, я много-много не роликов, а вот именно, как это сказать, да, это все, ролик, это ерал. Сейчас, минутку. Сергей Павлович, пока останови человека, чтобы мог слышать и не говорить. Как кончим сейчас, в это время я поговорю. Сергей скажет, все на сегодня, и в это время отключается, а вы на меня по скайпу тут и зайдете. Сейчас не нарушайте этот порядок. Хорошо, Игнатий. Я хотел, знаете, о чем Сергей, то есть это... прекрати, закрой пока. Через час. Сейчас все. Сергей, или, значит, я вас заблокирую и вообще тогда расстанемся, если будете нарушать. 4 замечания сделали, ноль внимания. Нельзя так. С первого дня уже характеристика пишется. Нет, а в чем я вот так вот... Ну, так, вот, останавливаю, Сергей, бесполезно. Это как Митрофанус в Греции, его никогда не остановить. Там магнитофон вставленный. Сейчас опять будет ломиться, наверное. Не позволяй, не разговаривать, ничего. Мы не для того собрались, чтобы слушать кого-то. У нас огромный материал, и нужно спешить. Каждый новый ты насчитываешь, это позволяет тебе меньше потом сожалевать. Так, я там вчера еще вечером выставил. Вы увидели, нет? А, Игнатий Тихонович. Что? Я еще ролики вчера начитывал и выставил. Вы заметили? Заметил 5 штук. Я уже их перекачал. Слава Богу. И уже да, они у меня уже все взяты. Спеши каждую свободную минуту сюда, иначе никогда мы не кончим. Мы только еще 2 папок. Там Вячеслав с той стороны идет, все еще первую папку только насчитывает. А их 55. Все, продолжаем. Книга «Открытым оком», вопрос 3355, том 19, тема «Церковь». До кого легче достучаться сегодня? До патриархии или до РПЦЗ, чтобы они прислушались? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. К чему прислушаться? Голосов много, но как разобраться, что это сам Господь говорит? Только через голос Библии и совести. Библия часто и чуть ли не всегда никакой роли не играет ни для тех, ни для других, а совесть может быть сожженной. Лично я не вижу преимущества ни у кого. Одинаково бредят Святой Русью, одинаково придают какое-то суперзначение канонизациям своим, особенно царского семейства. А это дело, канонизация, прославление от смертных и грешных человечков, совершенно и абсолютно никакой роли не играет, потому что тут и предвзятость, тут и местечковая правда.
А чего же не хлопочет о канонизации царя старообрядцы, католики и протестанты, армяне и копты с сирийцами? Им наши канонизации все как зайцу тормозная лампочка. Вот как митрополит Виталий видел беды. В данное время большинство поместных церквей потрясены во всем их организме страшным двойным ударом новостильного календаря экуменизма. Другой беды он не видел. Я имею в жизни две ценности – православие и русскость. Новый стиль – беда, а старый – благо. Да старый-то стиль установлен был языческим императором Юлием Цезарем, а новый – папой Григорием. Цезарь, Гай, Юлий, 102 год, 15 марта 44 года до нашей эры, древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель. Новый стиль введен в 1582 году при папе римском Григории XIII. Помешались на канонизациях, воображают, что якобы им дана власть знать то, что запредельно. Ведать об участи умерших. Лезут в абсолютно недоступное, и это по гордости. Хотя в то же время толкуют столько о своем смирении. Послание к Колоссянам, 2 глава, 18 стих. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. Монахи монахов прославляют и давят на то, чтобы Бог утвердил их деяния и непременно завизировал их канонизации. А вот на страшном суде может быть все совершенно наоборот. И канонизированные окажутся с левой стороны, а канонизаторы будут посрамлены перед всей Вселенной. Послание Иакова, 2 глава, 4 и 9 стихи. То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступники. Известна заповедь о том, чтобы не судить. Там сказано о брате, не вообще о мире, в котором сатане и атеист, бандиты, людоеды бесятся от жира. Об них избили руки пророки до Христа, клеймили раскаленным добело железом, о жадности, корысти, что душа черства на добродетель вовсе бесполезна. Не осуди. Но нам судить сей мир и падших ангелов за подлость искушения. Жизнь райскую перелицевали в цирк. Для раскаленных стрел стал человек мишенью. Мы верим в Иисуса по слову осуждения. И мы лишь повторяем написанное в нем. Анания с Сапфирой вновь в банке прячут деньги, но Петрова слово их в дугу согнет. Какое замечание не сделал бы попам, не говоря о беззаконных выше, он понимает же, укором в цель попал. Нас не судите, атакуя брызжет. При «не суди», когда нет обличения, коснеет сутенер под желтым светом. При издыхании и чистоте плачевной, куда влетит будящая комета? Суд окончательный в анафеме бессрочной, от человеков смертных в бессмертие указания, в
канонизациях тот суд незрим воочию, когда конец бревна заметен под глазами. Кто трудится, страдает и в любви сгорает, не просыхает потное наделяние, чья проповедь достигнет до окраин, ему Дух Божий поднимает планку. Им, труженикам у Христа в саду, нет времени подглядывать, судить, одеты в праведность. Когда ж они уйдут, на пустырях увидят чудные сады. 28 декабря 2006 год. Игнатий Лапкин. Вот так вот, знаете, Лапкин. Книга «Открытым оком», том 20, тема «Церковь», вопрос 3405. Что за послание о беззакониях патриархии появилось в печати какого-то Диомида с Чукотки? Пропал теперь мужик. Наш епископ Максим вряд ли похвалил бы его, да и сам никогда не обличит власти местные. А тут такое творится, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вот это послание. Мы, клирики монашествующие, миряне Анадырско-Чукотской епархии, во главе с нашим архипастырем и отцом, преосвященнейшим епископом Диомидом, обращаемся ко всем верным во Христе чадам Православной Церкви. Наше обращение вызвано той болью и скорбью, которыми сейчас наполнены души всех искренно стремящихся ко спасению православных христиан. Данное обращение составлено во исполнении слов Христа Спасителя. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подверглось всякое слово, подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 по 17 стихи. В настоящее время в Русской Православной Церкви Московской Патриархии, членами которой мы являемся, существует ряд отступлений от чистоты православного вероучения. Первое. Постоянно набирает силу еретическое учение экуменизма, стремящееся вопреки словам Священного Писания, церковных канонов и правил, святоотеческого учения, объединить все веры в одну религию или, по крайней мере, духовно их примирить. В рамках этого движения совершаются совместные молитвы с еретиками. Еретики присутствуют на православном богослужении, при этом нарушается 45-е, 46-е и 65-е апостольские правила и 32-е, 33-е и 37-е правила Ладыкийского собора. Учащаются приветственные братские послания православных инославным, противоречащие словам апостола Иоанна Богослова. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его. Второе.
Послание Иоанна, 1 глава, 10 и 11 стихи. Проводятся совместные встречи и заседания, вопреки словам Божественного Писания. «Блажен муж, и же не иди на совет нечестивых». Псалом 1, стих 1. «Еретика после первого и второго вразумления отвращайся». Послание Титу, 3 глава, 10 стих. Второе. Развитие духовного соглашательства, неосергианства, подчиняющего церковную власть мирской, зачастую богоборческой власти в ущерб богодарованной свободе. Это противоречит учению апостола Павла. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Галатам, послание, 5 глава, 1 стих. Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Послание Галатам, 1 глава, 10 стих. Именно это является главной причиной участия церковных деятелей в экуменизме, одобрение ими глобализации, а в дальнейшем и к подчинению церковной организации единому мировому лидеру. Третье. Молчаливое согласие вместо обличения антинародной политики существующей власти, приводящее к распаду государства, демографическому кризису и другим негативным последствиям. Четвертое. Оправдание и благословение персональной идентификации граждан при ошибочном утверждении, что принятие внешних знаков и символов, навязываемых новым временем, не может повредить душе без ее сознательного отречения от Бога. Четкая тенденция дискриминации верующих по принципу несогласия с процессами глобализации. Наличие старого паспорта, отказ от ННН на храмы, монастыри. Практика неканонических мер церковных наказаний к священникам и монашествующим. Запрещение в священнослужении, удаление с места служения и так далее. Пятое. Одобрение демократии. Призыв к голосованию за определенных политических лидеров вопреки церковным канонам и в нарушение соборной клятвы 1613 года. Шестое. Проведение межрелигиозного саммита с обращением к лидерам Большой Восьмерки, что является признанием их власти. Большая Восьмерка является органом мирового масонского правительства, подготавливает приход единого мирового лидера, то есть Антихриста. Поэтому всякое сотрудничество с ними духовно опасно. По словам архиепископа Аверхия Таушева, необходимо помнить и знать, не может истинная Церковь Христова провозглашать и утверждать какую бы то ни было ложь и вступать в содружество или сотрудничество с врагами Христовыми. А потому все те епископы, клирики и миряне, которые в этой лжи участвуют и с врагами нашего Господа и Спасителя так или иначе дружат и сотрудничают, православные только по имени. Седьмое. На прошедшем саммите религиозных лидеров в итоговом документе, подписанном всеми собравшимися представителями религиозных конфессий, была засвидетельствована вера в одного Всевышнего. Будем хранить мир, заповеданный Всевышним. Мы не считаем, что у нас один Всевышний с иудеями, мусульманами,
и прочими религиями и учениями. А в Иудеях Господь сказал, что ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Мусульмане считают Всевышним Аллаха, а Сына Божия простым пророком. Господь же говорит, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Об этом же учили и апостолы. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца. А исповедующий Сына имеет и Отца. Первое послание Иоанна, 2 глава, 22-23 стих. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста. Первое послание Иоанна, 4 глава, 3 стих. Один Господь, одна вера, одно крещение. Послание Ефесянам, 4 глава, 5 стих. Призыв религиозных лидеров, в том числе и представителей Русской Православной Церкви Московского Патриархата, подписавших этот документ, гласить «уважать и принимать друг друга, невзирая на религиозные, национальные и другие различия». В этом мы видим противоречие евангельскому учению. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. 2 Иоанна, 1 глава, 10 стих. 8. Мы выражаем свое несогласие с официальным заявлением по центральному телевидению о единстве нравственных ценностей у православия, иудаизма, мусульманства и католицизма. Это ложное мнение. Мы не можем иметь единые нравственные ценности с современным иудаизмом и его моральным кодексом Талмуда, по которому все люди, кроме евреев, гои. Мы также не можем иметь единые нравственные ценности с мусульманством, допускающим, например, многоженство. Мы не можем иметь единые нравственные ценности с католицизмом и его моралью ордена иезуитов. 9. Мы озабочены и не согласны с попранием принципа соборности в связи с долгим отсутствием созыва поместного собора и передачи важнейших его функций собору архиерейскому. Так, по уставу 1988 года в Русской Православной Церкви высшая власть в области вероучения, церковного управления и церковного суда законодательная, исполнительная и судебная принадлежит поместному собору. А по уставу 2000 года архиерейский собор является высшим органом иерархического управления Русской Православной Церкви. В заключение нашего послания мы просим и умоляем пред лицом всей Церкви Христовой, архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян, причастных тем или иным образом к перечисленным выше отступлениям от чистоты евангельского, догматического, канонического вероучения, обратиться от пути отступления и принести плоды, достойные покаяния. Да пребудем все едины в чистоте православной веры. Обращаемся также ко всем чадам Русской Православной Церкви с призывом поддержать наше обращение.
Богоявление Господне, 2007 год. Преосвященнейший Диомид, епископ Анадырский и Чукотский, игумен Илья Емпулев, иерей Сергий Бахарев, иерей Евгений Пилипенок, монах Гавриил Ларионов. Корреспондент портала Кредо.ру по телефону связался с епископом Диомидом, и тот подтвердил подлинность этого обращения и его подписи под ним. Иерарх сказал, это обращение готовилось для книги «Страха не боимся», а его распечатали на сайте. Оно предполагалось не для широкой общественности, оно для тех, кто интересуется и выступает против глобализма и прекрасно понимает, к чему он ведет. Нужно молиться, чтобы Бог начал пробуждение в России. Диомида можно бы пригласить к нам в гости. Пусть бы с нами походил на благовестие. Самое ценное в их обращении то, что они в таком малом по объему вскрике успели указать на Бога. На Писание 12 раз и на каноны 6 раз. Молодцы! Колоссянам послание 3 глава 23 стих. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Как Иоанн Златоуст умоляет каждого начать делать пусть пока и необычное дело, и тогда все последующее будет уже как бы от тебя иметь начаток. Кто думал, что перевод с одного прихода на другой простого священника послужит началом революции в Румынии, и в дальнейшем от этой искры сгорит и сам диктатор Чаушеску с женой Еленой, и со всей дьявольской коммунистической системы насилия и лжи. Может и тут такое быть. Первая книга Паралипоменон, 12 глава, 15 стих. Они-то перешли Иордан в первый месяц, когда он выступает из берегов своих, и разогнали всех живших в долинах к востоку и западу. Не говори, забыл он осторожность, он будет сам судьбы своей виной. Не хуже нас он видит невозможность служить добру, не жертвуя собой. Но любит он возвышенней и шире. В его душе нет помыслов мирских. Жить для себя возможно только в мире, но умереть возможно для других. Как мыслит он, и смерть ему так мыслит он, и смерть ему любезна. Не скажет он, что жизнь его нужна, не скажет он, что гибель бесполезна. Его судьба давно ему ясна. Его еще покамест не распяли, но час придет, он будет на кресте. Его послал Бог гнева и печали рабам земли напомнить о Христе. 1874 год. Некрасов.
его. Поздняя осень. Грачи улетели, лес обнажился, поля опустели. Только не сжата полоска одна, грустную думу наводит она. Кажется, шепчут колосья друг другу: скучно нам слушать осеннюю югу, скучно склоняться до самой земли, тучные зерна купая в пыли. Нас, что ни ночь, разоряют станицы всякой пролетной прожорливой птицы. Заяц нас топчет, и буря нас бьет. Где же наш пахарь? Чего еще ждет? Или мы хуже других уродились, или недружно цвели, колосились? Нет, мы не хуже других, и давно в нас налилось и созрело зерно. Не для того же пахал он и сеял, чтобы нас ветер осенний развеял. Ветер несет им печальный ответ: вашему пахарю моченьки нет. Знал, для чего и пахал он и сеял, да не по силам работу затеял. Плохо бедняге, не ест и не пьет, червь ему сердце больное сосет. Руки, что вывели борозды эти, высохли в щепку, повисли, как плети. Очи потухли, и голос пропал, что за унывную песню певал, как на саху налегая рукою, пахарь задумчиво шел полосою. 22-25 ноября 1854 года. Некрасов. Так, перерыв мне надо минутки три, потом продолжим.
появился. Так, Сергей, пока не включай, ты слышишь меня?